Здравствуйте, друзья! С вами Антон Дьяченко, и в этом видео мы будем подключать ноутбук к телевизору по HDMI кабелю. Вот такой он кабель. Вот такой он. Вот так. Итак, что нам нужно? Нам нужно найти разъем HDMI на ноутбуке и воткнуть туда любой конец кабеля. Раз. И затем второй конец кабеля мы втыкаем в любой из разъемов телевизора. Хотим в этот, хотим вот в этот. Вот так. Затем включаем телевизор. Можно подключать и на горячую, то есть не обязательно полностью выключать компьютер, полностью выключать телевизор. Можно, в принципе, и на ходу. Так, затем кнопочка либо input, либо у меня тут есть HDMI кнопочка. Выбираем. Вот сигнал наш HDMI порт 1. И смотрим, идет извлечение данных. Так. Нет сигнала почему-то. Если такое происходит, тогда на ноутбуке жмем клавишу, это FN function, и у меня это клавиша F4. На ней нарисован мониторчик. У вас может быть она другая. То есть жмем ее, и на экране появляется вот такая штучка. Мы можем, то есть выбор режима просмотра. Мы можем расширить, мы можем включить только проектор, то бишь наш телевизор, только компьютер, либо дублировать. Например, мы хотим дублировать. Вот, в этом случае на телевизоре появляется точно такое же изображение. Так, ну и в принципе можно разные варианты. Можно расширить, тогда телевизор будет продолжением экрана компьютера. Как еще можно управлять? Вот, мы можем управлять следующим образом. Мы можем нажать правую кнопку мышки, выбрать разрешение экрана. Вот. И здесь, если у нас выбрано расширить эти экраны, то мы можем поменять, например, месторасположение. То есть ведем первый экран сюда, и у нас первый экран, то есть экран ноутбука будет, значит, слева, а экран телевизора справа. То есть мы, если зажимаем окошко и переносим вправо, то или влево, применить надо, применим. Вот, теперь берем окошко и перетаскиваем его вправо на экран телевизора. Вот, также можно здесь настраивать разрешение. Ну, в принципе, оно автоматом, это разрешение на этом, то есть оно в принципе автоматически все нормально разруливается. Вот, и теперь можно в принципе запустить фильм в хорошем качестве на телевизор. Так, нет, так, фильмы, где у нас хороший фильм? Так, вот он фильм. Мы его берем и переносим на... Жмем два раза. И можно смотреть. Закрываем ноутбук. И все пропадает. Для того, чтобы ничего не пропадало, нужно включить только проектор. С помощью клавиш
FM F4 мы включаем только проектор. И у нас экран ноутбука гаснет, а здесь идет фильм на всю. Отлично. Но звук у нас идет через динамики компьютера. Чтобы это решить, можно сделать следующим образом. Настройки звука. Открываем пуск, панель управления. Здесь где-то должен быть звук. Так. Категория. Оборудование. Звук. И теперь здесь нам нужно включить наш телевизор. Вот. И отключить динамики. Вот. И теперь можно настраивать звук с помощью пульта. Ой. Так, сбились. Звук не той клавиши настраивается. Там очень важные дела. И смотрим всей семьей видео в отличном качестве. С вами был Антон Ещенко. До встречи в следующих видео.